Школьники городского округа Люберцы получают бесплатное горячее питание. Качество еды в школьной столовой по-прежнему под пристальным контролем общественности и властей. Одна из последних проверок прошла в 41-й гимназии. Там побывали и мои коллеги. В школьном пищеблоке работа кипит с самого раннего утра. Повара трудятся над тем, чтобы накормить детей вкусным завтраком. Совсем скоро в столовую придут первые посетители. Сегодня в меню кофейный напиток, хлеб, творожок и горячая овсяная каша. Ее в 41-й гимназии готовят по особенному рецепту. Ингредиенты у нас молоко, овсянка, соль, сахар, масло сливочное и щепотка любви. Накрывать столы помогают дежурные. Им доверяют сервировку. Ребята расставляют посуду, салфетки и разливают по чашкам напиток. В 9:15 прозвенел звонок с урока. На завтрак пришли вторые классы. В 41-й гимназии обучается более 1200 детей. Горячим питанием обеспечено 94% школьников. 80 из них получают и завтраки, и обеды. Дополнительное питание предусмотрено для младшеклассников, которые посещают группы продленного дня. Люблю такую кашу, очень вкусную. Спасибо нашим парням. Здесь вкусная супы бывают, вкусные каши. У меня двое сыновей тут учатся. Один во втором Б, другой в шестом Б. Мама любая отвечает за жизнь и здоровье своего ребенка, поэтому нам нужно знать, чем нас наши детишек кормят вне дома. Поэтому, наверное, пришла продегустировать сама. Такая возможность есть у всех мам и пап. Проект «Родительский контроль» успешно реализуется в гимназии. Своим мнением по поводу вкуса и качества еды и дети, и взрослые поделились с главой Люберец Владимиром Ружицким. Когда в школе вот организовано такое питание, особенно для начальных классов, когда идет такое целевое питание ежедневное, это же здоровье, которое закладывается именно в детстве. Это очень хорошо, поэтому я хотел бы сказать слова благодарности и нашему учительству, всем, кто обеспечит питанием. Вопрос качества школьного питания сегодня под пристальным вниманием. Подобные инспекции проходят во всех общеобразовательных учреждениях округа. Кроме того, в каждой школе и гимназии по этой теме проводят опросы среди учащихся и родителей. Луиза Эгиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.